Работа над новой книгой о Заречном, которая должна увидеть свет в юбилейный для города год, началась. Пензенские историки уже наметили план издания и вкратце изложили суть каждого параграфа. С наработками специалистов на совещании 27 декабря ознакомились зареченские краеведы, ученые, редакторы, почетные жители города. Они не понаслышке знают об исследовательской и издательской деятельности. Поэтому в работе над новой книгой их опыт будет очень полезен. Я лично со своей стороны, если такая помощь будет нужна, а я занимаюсь сейчас этой работой 15 лет, я за этот период я много изучил, много познал, чего раньше не знал. Если такая помощь потребуется, я готов ее оказывать тем, кто готовит, будет готовить эту книгу. В процессе обсуждений у собравшихся в городской администрации появились предложения по готовящейся книге. Зареченскими специалистами также были замечены некоторые недоработки и упущения пензенских авторов. Например, 17 век, изменения в составе населения и управления. Немножечко. У нас в 17 веке здесь дикий лес был, здесь у нас не было никаких поселений. Здесь формулировки нужно уточнять. И правильно здесь было совершенно замечено, что совершенно не просматривается пензенское управление строительства, его роль в истории города, в становлении строительства самого объекта очень велика. Новая книга будет доступна всем желающим в библиотеках города. Содержаться в ней, предположительно, будут исторические справки, факты, документы, связанные с Заречным и местом его расположения. Печатный текст сопроводят фотографиями города на разных этапах развития. Кроме того, планируют выпустить и второй вариант издания, подарочный, для гостей Заречного. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».